На кольце 40 лет победы и российской родившихся в рубашке людей набрался целый автобус. Маршрутка едва не стала фигурантом полицейских сводок. Виной всему незакрепленные стройматериалы, вывалившиеся из кузова большегруза. Водитель последнего даже не заметил потери и спокойно продолжил движение. Еще одно ДТП произошло на кольце Алматинской, Калинина, Думенко. Водителя белой иномарки, похоже, ослепило низкое солнце, бьющее прямо в глаза, поэтому идущую на приличной скорости темную машину он просто не заметил.